Всем подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу павильон 3 на 6. Цельная дверь, форточка в торце и коньковая фрамуга. Вот там. О, полик у нас тут. Вот там сейчас будем собирать брус на той площадке. На этой будем делать торцы. Вот здесь, перед машиной. Теплицу мы поставили, закрепили к основанию, выровняли, нанизали листы стеновые. Сейчас вот у нас чистятся переливы. Переливы почистим, установим, параллельно делаем дверь, проклеиваем листы и перейдем к покрытию крыши. В крыше, напомню, будет у нас форточка. Правильнее сказать, коньковая фрамуга на термоприводах. Начался монтаж. Теплица павильон 3 на 6. Идем смотреть. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны на термоприводе. Также есть коньковая фрамуга на термоприводе. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Стойки 20 на 40. Арки. Арки в виде фермы. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 200. Пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. На торце на стойке установлен прижимной уголок 50 на 50. На крыше установлен резино-торцевой уплотнитель. Чтобы все было плотно, четко и герметично. Вот такая отличная теплица у нас, объемная. Прочная и надежная получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.